Это кто? Ты знаешь, кто. Нас ждет работа. Сначала ответь на пару вопросов. Отвечу. Давай встретимся. Миллер, дом встречает VIP-персону из-за границы. Надо сделать так, чтобы тебя взяли туда шофером. И как мы это сделаем? Сначала нам надо выяснить, каков план. Вот он. Что это? Ресивер ближнего радиуса действия. Поезжай по точкам, где будут встречи дома, и подключись. Сделаю. А на какую точку надо ехать в первую очередь? Без разницы. Главное, проедь по ним как можно быстрее. И двигайся к следующей. А люди Наварро точно там будут? Они там прямо сейчас. Ладно, посмотрим, как это сработает. У него посадка в VIP-терминале Рифта. Надо забрать его вовремя. Само собой. Кого послать водителем? Сам выбирай, но пусть его проверят. Облажаемся? Коллекционер нас закопает. Надо сваливать, пока меня не заметили. Я знаю, где заберут человека. Это все, что тебе нужно? Это начало. Продолжай ездить по точкам. Посмотрим, смогу ли узнать что-то полезное. Машины уже в пути. В этот раз мы не должны потерять технологию. Понятно? Кёнигсек остался бы у нас, если бы ты дала мне установить удаленный выключатель, как я предлагал. Больше здесь слушать нечего. Поеду. Новости есть? VIP привезет с собой еще одну хай-тек-тачку. Подробности? Больше ничего не известно, но дома она очень дорога. Так, подключимся. А девушка, которая для Наварро в прошлый раз водила, она свободна? Думаю, да. Держи ее в резерве на случай, если план А не сработает. Значит, я план Б. Ясно. Я вторая в очереди на место VIP-шофера. Хорошо. А первый кто? Без понятия. Продолжай ездить по точкам. Если узнаем, то, быть может, сумеем устроить небольшое неудобство. Так, пора послушать. Коба Сисама уже летит. Проследи, чтобы все для него было готово. Конечно. Встретим его как короля. Он куда больше, чем король, Лина. Он будущее. Ты понимаешь?
Это коллекционер, босс Лины. Лучше уехать, пока не засекли. Фамилия Кобаси тебе знакома? Кобаси. Интересно. Это и есть наш VIP. Посмотрим, что тут у нас. Как к нему обращаться? Никак. Кобаси любит, чтобы водитель молчал. Говоришь, он привезет нам обновленный чипсет? Это тебе не касается, Хольцман. Хольцман, я узнала, что нужно. Есть имя. Первый водитель – это тот козел из рисковой компании, Хольцман. Хорошо. Мы ему что-нибудь устроим. Скажем, несчастный случай в семье. Жди в скором времени звонок от дома. Эй, леди, у нас ЧП. Вы нужны мне на VIP-работе. Быстро как. Что? Ничего, высылай координаты, куда ехать. Добрый день, мистер Кобаси. Вы не Хольцман. Где Хольцман? Семейные обстоятельства. Я запасной водитель. Ладно. Отвезите меня по этому адресу и побыстрее. Как быстро вас везти? Порази меня. Вы впервые в Америке, мистер Кобаси? Я разве дал вам понять, что расположен к диалогу? Я так, сэр. Поддержать беседу. Скорее бы уже беспилотные машины. Это Кобаси. Я еду. Подогнать машину? Пока не надо. Она сейчас моя подстраховка. Скажите, когда? Я сообщу, когда буду в убежище. Вы замолчали. Уже лучше. Клиент всегда прав. Вижу, вы явно не из дома. Дом предпочитает, чтобы его бандиты были скучными и послушными. На кого вы работаете? На врага коллекционера? Я ни на кого не работаю. Я вам не верю. Это неприемлемо! Уже скоро. Так держать. Конечно. Мы приехали. И достаточно быстро. Да, я на месте.
Скажите Дому, что они могут везти посылку на склад. Передавайте привет своим настоящим хозяевам. Скажите, что я скоро с ними увижусь. Давайте проверим склад. Я высадила Випа. Он, кстати, передает привет. Что это значит? Он знает, что я работаю против Дома. Меня скоро раскроют. Черт, теперь работать на Дом тебе слишком рискованно. Что удалось узнать? Они везут вторую машину на склад. Мне это не интересно. Мне интересно. Я еду туда. Не рискуй так. Моей легенды хватит на последнее дело. Надо выяснить, где будет машина. Не делай этого, Миллер. Это приказ. У меня с приказами не очень. Вы кто? Кобаси дал нам добро перевести машину на склад. Что? Коллекционер хочет выставить ее в VIP-терминале Рифта на День Фортуны Вэлли. Он... Да. А... Точно? Проблемы? Ну так что там насчет склада? Черт! Эти сволочи натравили на меня копов! Адам 1-13. Преследую машину. Возможно, угнанную. Объект едет на восток. Через бомбель. Внимание всем машинам. Адам 1-13 преследует нарушителя. Прошу откликнуться все свободные машины. Эй, эй, потише! Прошу сообщить местонахождение. Направляйтесь. Отвали! Вас поняла, на юг, через Бумвиль. Едет на юг, в сторону Баррио. Принято, преследуемая машина направляется на юг, в сторону Баррио. Попробуем заблокировать двигатель. Объект направляется на юг, по Карсон-стрит. Принято. Поговори со мной. Кобаси раскрыл мое прикрытие. Дом натравил на меня полицию. Я же говорила, не рисковать. Есть хорошие новости. Я узнала, где будет машина Кобаси. Машина мне не интересна. Значит, ты не возражаешь, если моя команда ее угонит? Валяйте. Объект направляется на запад. По кольцевой Сильверок. Рано. Я нашла нам вторую машину. Правда? Зови Тая и Мака. Скажи, надо встретить. Сейчас где? Ухожу от копов. Их Дом натравил. Дай угадаю. Навара наконец узнала твою манеру вождения? Вроде того. А! Хочешь по-взрослому играть? Объект движется на восток. По Ай-18. Адам 13, наша машина разбита. Нужен новый ведущий экипаж на замену. Ха-ха, да! Всем машинам. Ведущий экипаж выбыл из погони. Кто возглавит преследование, назовите. Я Адам 6, мы ведущий экипаж. Объект ушел от нас. Попробуем догнать. Машина остановилась!
оператор. Не сработала блокировка. Нарушитель ушел за пределы досягаемости. Пока. Диспетчер, машина сильно повреждена. Не могу продолжать погоню. Поняла. Адам 1-6, сообщите местонахождение. Их на север, через Сильвер Кэньон. Принято, Адам 1-6. Говорит Эл 1-30, машина под списанием, прекращаем погоню. Принято. Черт, да что ж ты! Сообщите местонахождение. Направляйте на север, через Сильвер Кэньон. Принято. На север, через Сильвер Кэньон. Адам 6, не успеваем за ним. Прекратили погоню. Внимание всем машинам. Пока. Я ушла от копов. Все нормально. В доме тебя раскрыли, и мы так и не знаем, на кого работает коп. Так себе нормально. Что будешь дальше делать? Залягу пока на дно. Выйду на связь, когда продумаю наш следующий шаг. Сейчас будет сюрприз. Сейчас и раз. Нет, пожалуйста. О, да. Нет, о, да. Нет. Все кончено. У дома лучшие команды. Мы платим копам. Ты никогда не попадешь в гонку. Уйди, пока не поздно. Ты боишься? Столько денег, власти. А ты боишься, что не сможешь меня остановить? Я закончу эту войну, Морган. Ты меня понял? Любой ценой. Увидимся на старте. Раф, привет, как дела? Вечеринка окончена. Время планировать следующий шаг. Приезжай на аэродром, когда сможешь. Конечно, я скоро буду. Джесс узнала, что на двух машинах коллекционера могут быть блокираторы. Надо решить, какую гонять. Они обе позолоченные монстры. Первая тачка – Mercedes G63. Ее перевезли в казино в Даунтауне для Дня Фортуны Вэлли. Достать будет непросто. А вторая цель? Вторую машину коллекционер завтра увозит в Японию. Она будет на стенде у VIP-терминала Рифта. Он там охрана наставит, туши свет. Ну, так какую будем брать? Мы хотим разозлить коллекционера, так? Предлагаю брать обе. Ладно, Мак, давай попробуем.
Вот-вот начнутся фейерверки на День Фортуны Вэлли. Нельзя их пропускать. Они отвлекут врагов. Напомните, а почему эта атаку Макро ведет так? Ты же хотел вести Мерседес, так? А тут либо он, либо... Да-да, я знаю, просто... Талер, если повредишь мою малышку, клянусь! Твою малышку? Да я видел, как ты на ней ради веселья старые кузовы таранил. Это другое! Раф, с системой безопасности все будет в порядке, так? Да. Я перепрограммировал код блока управления Кёнигсега в разблокирующий транслятор. Сработает с любой машиной совместимой модификацией. Залил вам в телефон. А по-человечески? Приложение написал. Джесс, фейерверки начались? Уже? Мак, ты сказал, будет много времени. В последний раз ты дело планируешь. Пробки не предусмотришь, Джесс. Жми давай. Вы там все? Машина на позиции. Джесс, давай! Держись за что-нибудь. Я тебя вытащу, девочка! Твоя магия сработала, Раф! Забирай его! Тачка у меня! Она просто огонь! Раф, ты там готовься! Я готов, поторопись! Эта штука привлечет много внимания! Сообщение об уклоне в казино Карнивейл. Я пытаюсь добраться туда, но там пробки из-за праздника. Хороша чертовка! Лучше, чем Ригера, это точно! Я соскребу все золото и покрою им атаку Мака! Только не в моем гараже. У меня приличное заведение. Мак, я с Джесс. Мы сейчас едем к тебе к терминалу Рифта. Ребят, что-то тут не так. Насколько не так? Настолько, что тут что-то бегает под машиной! Видимо, коллекционер поставил трекер. Я попробую стряхнуть. Не получилось. Держится. Мак, давай без глупостей. Поезжай ко мне, я его сниму. У меня есть время. Еще побыть. Черт, не вышло. Мак, мы по твоему графику идем, ты помнишь? Сейчас, сейчас. Последняя попытка. Черт! Я думал, что почти. Тащи сюда свою задницу, разберемся. Раф, я прям лечу. Команда Моргана заглотила наживку. Отлично. Разберись. Мы ставим у второй машины. Привет, красотка. Машина у меня. И половина копов всего города на хвосте. Ты знаешь, что делать. Объезжай город, уходи на юг. Я загрузил Мерседес в трейлер. Раф сейчас проверяет трекер. Это не трекер, Мак. Это бомба. Бомба? Но я же на нем прыгал повсюду. Я же говорил, без глупостей. Черт возьми! Чертово заграждение. Оторвусь от копов на стройке. Пока! Я надеюсь, пару ухабов она выдержит. Я 1-6, наша машина разбита. Мы прекращаем погоню. Ясно, поняла. Машина нарушителя замедлила ход. Господи, безумие! Оффроуд на Ламборгини. Я знаю ребят, которые бы от такого с ума сошли. Да чтобы они понимали. Все, отъездился. Эта машина направляется на юг, в сторону Распэ. Говорит А-13, нам нужен эвакуатор, мы встали. Принято. Господи боже, сколько заграждений поставили! Не волнуйся, брат, я с ним скоро разберусь. Мак! Вот увидишь! Мак!
Атака Мака 2! Мак наносит ответный удар! Фига себе! Спасибо! Дай здесь! Мак, вывози нас из города! Мы с Тайлером обезвредим бомбы! Говорит Линкольн 1.30. Преследую нарушителя. Джесс, ты где? Ставлю помехи. Раф, ты точно сможешь обезвредить бомбы? Ребят, не мешайте, Раф. Так, Тайлер, на счет три ты режешь синий провод. Синий провод. Хорошо. Ты насколько уверен? Возьмем. Ничего не помогает. Как мы должны действовать? Мак, мы тут бомбу пытаемся обезвредить. Ха-ха! Прости, брат! А может, желтый нужен? Да. И, Мак, старайся ровно машину держать, ладно? Я делаю, что могу. Нормально, я выбрал время, чтобы снова делом заняться. Диспетчер, нарушитель пытается столкнуть меня с дороги. Пицца, патрульным машинам. Это... Помнишь, ты сказал, держи рот? Сам как думаешь? Зачем я за это взялся? Зачем? Давай с нами, Раф, будет весело. Я возьму на себя как можно больше копов. Попробую вам время выиграть. Берегите себя. Уезжай, тот бомб подай. Слышишь, ты такая, осторожнее там. Парни, если не сможем обезвредить бомбы, тачки придется бросить. Ребят, там дальше заграждение. Все, кажется, я доездилась. Еще! Я скоро буду. Блин, Мак, я у тебя в долгу. Вот и расплатись как раз. Позбивай там копов. С удовольствием. А вы валите из города. И если не разберетесь с копами, бросайте задницу. Мы справимся, Джесс. Пытаемся блокировать движок. Говорит Адам 1.35. Преследуем машину, возможно, в угоне. Адам 1.35. Прошу сообщить район погони. Едем. Короче, есть хорошие новости плохая. А насколько плохая? Я не могу обезвредить. Парни, бросайте тачки! Но я могу их снять! А ты уверен? Хотя нет, не отвечай. Я Адам. Эй, Мак! Сейчас будет легкий попутный ветер! Ой-ой! Мак, с бомбами разобрались! Ну что, Раф, как там блокираторы? В Гелендвагене? Да, там был блокиратор. В Ламборгини было кое-что другое. Система автовождения. Типа искусственного интеллекта, или вроде того. Причем интегрирована в систему Кёнигсек. Я такого не видел со времен армейской лаборатории. А что с блокиратором? С ним разобраться можешь? Тут хорошие новости. Я смогу наладить защиту. Отлично. Надеюсь, мы как раз успеем на гонку. Роботов, да? Мне так не кажется. Черт! Наверное, пора тебе отменить политику честности, Тайлер. Не, мне плевать, что они там устроят. Наша команда работает по другим правилам.
Тайлер? Да, твои шансы резко возросли. Хорошо, что я зафиксировал ставку. До гонки осталось всего 3 команды, но одолеть их будет непросто. Надо встретиться. Слушай, я немного за... Нет, не занят. До встречи. Ты разворошил осиное гнездо, Тайлер. Дом суетится, дай боже. А ты ведь знаешь, что делают, когда соперник показал слабую сторону? Оставляют его ни с чем. Пора сразиться с командами дома. Именно так. Осталось всего 3. Однопроцентники, алмазный квартал и висковая компания. Но учти, будет трудно. Навары их крепко в кулаке держат. Мы справимся. Надеюсь, ты уже почти на бандитской гонке, Тайлер. Так держать. Начинаем через 3, 2, 1. Дамы и господа, вы ее знаете, вы ее любите. Это Наталья Нова. И вместе с ней, как обычно, лучший из лучших клуб однопроцентников.
Боже мой, это ты. Нова. Мы знакомы? Фу, нет. Я бы к твоему ведру и близко не подошла. Можно же общаться вежливо. Я не буду вежливой с нулями без палочек, которые ломают мне весь кайф. Но вообще я тебя ждала. Тебя и твою скучную команду. И для тебя я сверх Нова. Кефи 3000, покажи ему, что он мусор. Надеюсь, будет она лучше, чем Ники выбирает. 4,5 миллиона подписчиков с тобой поспорят. На шаг ближе к победе. И вот я первый. Ну и кто там мусор? Просто. В чем дело вообще? Дело в том, что мне надоело, что каждая шайка неудачников с комплексом героя считает себя какими-то особенными. Сначала этот Гайо был, или как его там, а теперь ты. Ну, кто бы говорил. Ты вчерашний день, и это тебя беспокоит. Только и всего. Ты знаешь, что путь на бандитскую гонку лежит через меня. Я тебе говорю, у нас такие тачки, что к этой гонке тебе путь заказан. Добрались с тобой, королева Наталья. Для тебя, простолюдин, она сверхнова. А вообще странно все это. Не понимаю я, что там такое. Да ничего там странного, Тай. Просто богатеньким скучно стало. Так и есть. Но гоняют они мощно. Кроме шуток. Будто профессионалы за рулем. Да еще и то, что сказала Наталья. Не знаю, наверное, заморачиваюсь. Нет, Тай, ты не из таких. Будь начеку. Ты меня заинтриговал.
необходимости соблюдать ограничения скорости. И купились. С вами куратор. Я советую гнать так, будто от этого зависит ваша свобода. Ведь так оно и есть. Друзья, на улицах идет настоящая война. И, по крайней мере, сейчас Тайлер Морган и его команда побеждают. Пока они пытаются занять место Сильвер Рока в бандитской гонке, другие команды отдают дань уважения своему новому чемпиону. Битва не окончена. Дом давит всех в Даунтауне, чтобы вывести на гонку своего чемпиона. Не сомневайтесь, эти команды верны своим на все 100. А как насчет тебя, друг? На чьей ты стороне? Здесь не выйдет держать нейтралитет. Увидимся на улицах. Любуйся городом, пока можешь, ноль без палочки. Пора всех мочить. Лидерство мое!
Попробуйте теперь отнять лидерство. Красивый вид с первого места. Похоже, ты не очень рада. Почему-то не сработало как надо. Вот отстой. Ладно, пофиг. Не удалось на этот раз от тебя избавиться. Следующая гонка на гелиостанции. Хочешь, приезжай, хочешь, нет. Мне все равно. Привет, Тай. Короче, там точно что-то не так. Я сейчас снова победил людей Натальи, а она потом сказала, что у них что-то там не сработало. Что не сработало? Не знаю. Она еще говорила, мол, у дома какие-то свои ставки в этих гонках. Джесс, что творится вообще? Мы заполучили технологию дома, пытаемся разобраться. Возможно, тут есть какая-то связь. Не выключайся, еще свяжемся. Шутишь, что ли? Поторопись, ноль без палочки. Нельзя пропускать гонку. Thank you.
Я там! Теперь можно начать реальную гонку. Ну что, новые подколки будут, Наталья? Я все уже сказала в своем веб-шоу. Ты и твоя команда даете мне просмотры. Спасибо! Окей, Крюгер! Выиграть последний круг. Удержаться за первое место. We'll be right back.
Расскажи об этом в своем веб-шоу. Ты, небось, с собой доволен? Можно и так сказать. Надеюсь, все твои однопроцентники это видели. Им не интересно, как ноль без палочки гоняется с моими худшими водителями. Зато знаешь, кто все видел? Некая мисс Лина Наварро. А ты откуда знаешь? Скажем так, у дома в этой гонке своя ставка. Ладно, ноль без палочки, улыбнись в камеру. Она всегда включена. До следующей гонки.